В поселке Бурабай в квартирах мерзнут жители, а новая котельная стоимостью более 2 миллиардов тенге простаивает. Ее должны были сдать осенью, но вместо этого запустили старую котельню. В ситуации разбиралась Сауле Кусаинова. О том, что готовая новая мазутная котельная стоимостью 2 миллиарда 300 миллионов тенге не будет запущена, Бурабайскому акимату стало известно только в конце лета. В срочном порядке районный бюджет выделил 8 миллионов тенге на ремонт старой 60-х годов постройки котельной. Мощности не хватает у нас для отапливаемого поселка Бурабай. Желательно бы увеличить мощность котельной. Мы готовили эту котельную, но как готовили? Не капитально, а частично сделали. Аврал не прошел бесследно. В конце октября случилась серьезная авария. Без тепла остались почти 6 тысяч бурабайцев. Аварию устранили, но теплее не стало, жалуется пенсионерка Екатерина Тупицына. Могу и лечь в халате, и лечь в сапогах, в которых я хожу. Одеваюсь одеялом. А сверху еще старую цигейковую шубу на себя накину, пока я согреюсь, пока у меня постель согреется. Жители мерзнут, а в акимате называют разные причины, почему, казалось бы, готовый объект не запущен. Одна из них – не хватило 226 миллионов тенге на благоустройство. Могли возникнуть проблемы с поставкой мазута, мазут более дорогой, скажем. Во-вторых, мы боялись, что у нас система не готова, там давление, которое она создает, она, то есть мы испугались, что наши старые трубы не выдержат давление, которое вырабатывает, скажем, котельная, и то есть у нас не был выработан режим, гидрорежим. Не согласован гидрорежим. Теперь новую котельную поставили под охрану и обещают запустить после испытаний на следующий год. Сауле Кусаинова, Анатолий Полян, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24 КИЗ.